В Испании в провинциальном городке Лас-Невес в Галиции прошел праздник Святой Марты. Он отмечается теми, кто был от смерти в двух шагах и выжил. Все, кому недавно удалось чудом выжить, устраивают паломничество в городок Лас-Невес, чтобы поблагодарить свою покровительницу, святую Марту, в храме, названном в честь нее. В 10 утра начинается месса, которая повторяется несколько раз в день, чтобы все успели отдать дань этой святой. Как правило, свободных мест не бывает, потому что все желающие слушают мессу в горизонтальном положении, лежа в гробу. Именно в этом заключается обычай. Избежавшие смерти должны еще раз понять, как дорога и прекрасна жизнь. Это праздник не мертвых, а выживших, и он напоминает не только о смерти, но и о всегда существующей возможности чуда в жизни. Лишь испытав страх смерти, люди начинают ценить жизнь.